Глава республики заявил, что не позволит так действовать на территории региона, имея в виду волнения, которые произошли в Башкирии с 17 по 19 января. И заверил, что те, кто к этому причастен, будут наказаны. Орденом Салавата Юлаева глава республики отметил Рамиля Рахимова за эффективную работу, в том числе над проектом памятника генералу Шаймуратову на Советской площади. Получение такой высокой награды – это большая радость, тем более орден Салавата Юлаева мне как историку, это историческая личность, и, разумеется, он дорог вдвойне, наверное, так. Вот тут свои какие-то ощущения есть. Но, разумеется, любая награда – это начало новых каких-то исследований, это некий новый горизонт исторической памяти. На повестке дня значились и вопросы уборки снега и отопления. Ради Хабиров поручил держать их на контроле. Заговорили на совещании и о программе по улучшению наружного освещения в селах и городах Башкирии. На эти цели в 2024 году выделят 200 миллионов рублей. В минувшем 2023 на ее реализацию потратили 300 миллионов рублей. Кроме того, глава республики поддержал инициативу руководства Акьярского горного колледжа о новом направлении – подготовке медицинских кадров. Алина Акчурина, вся Уфа.